Всем привет, дорогие друзья, с вами снова Десан. Мы продолжаем играть на моем сервере с Poke World Special. И сегодня, ребят, я добавлю сразу двух людей в наш, на нашу доску почета. То есть в том смысле, что кто выиграл бесплатный пропуск. Первый раз человек, который выиграл бесплатный пропуск, был уже... какого числа он был? 30 января, но я забыл ему объявить, что он выиграл пропуск. Поэтому если он сейчас посмотрит, то в принципе знает, что у тебя... В твоем личном кабинете на сайте есть 150 поинтов, за которые ты можешь купить бесплатный пропуск на этот сервер. Сейчас у нас 20-е. Какой нафиг 20-е? 10-е. Что у нас сегодня? Февраля. Бесплатный пропуск. Выиграл Супер... Ой, сейчас. Супер Ярик. Ребят, сейчас мы, в принципе, можем... уже брать участие в розыгрыше пропусков, потому что уже не так много людей подают заявки на бесплатный пропуск. Поэтому, если вы хотите поиграть на этом сервере и не платить за это, то есть, чтобы поиграть на этом сервере, нужно купить пропуск, он, в принципе, недорогой, но все же, если вы хотите бесплатно поиграть, если у кого-то нет возможности его купить, то зайдите в описание и через ссылку перейдите в группу ВКонтакте, в тему и подайте свою заявку. Следующий человек мы выберем через 10 дней, то есть каждые 10 дней у нас сюда добавляется один человек. Смотри уже, сколько людей выиграли бесплатный пропуск. То есть, мастер паркура и супер Ярик, вы сможете уже купить бесплатный пропуск, зайдя в личный кабинет и перейдя в раздел специальный и купив его себе. Да ты ж нафиг. Так, что тут мне пишут? Короче, что бы сейчас сделать? Наверное, дом разыграем, что ли? Так. Я сейчас быстренько спрошу, кому нужен дом на спавне. Forever иди в попенцию. Кто еще? Может кому-то пригодится дом на спавне. Кстати, давайте быстренько слетаем туда. Опа. Сколько у нас домов еще там не занятых есть? Спин вот так. Тут у нас Темай, хрен его знает, играет ли он или нет. Тут у нас Аква, тоже не знаю. Вот эти люди, которые уже не играют, в принципе, потом можно, наверное, дома позабирать. Да, дай мне. Да что за фигня? Вот эти какие-то невидимые стены или что это? Сейчас мы посмотрим, ребята, кто тут вообще есть. Ну, тут живет. Да, тут живет. А вот тут никто не живет. А вот тут... Кэш, я не знаю, живет, не живет. Кэш, ты вообще живешь в своем доме на спавне? Ай. Сейчас посмотрим. Ух, нифига себе, меня тут скинчик построили. Только... Реально, буква F в другую сторону. То есть она не так должна быть, а вроде... Да, вот. Так. Вот так. Ладно. Сейчас разыграем кому-то дом. А хотя, что это нафиг за постройка? Чё они тут... Ни хрена себе, да у вас тут город больше, чем мой спам нафиг. И что, в этом городе все забито? Ни хрена себе он большой. Не, ну реально, просто, ребят, посмотрите, какой город, ни хрена себе. Да и дома, знаете, не коробки из какашки, а реально классные. Вот это, кстати, гим, ребята, вот тут будут гимы на платном сервере, то есть... у людей... Это вроде тоже гим или нет? Снежное королевство. То есть, знаете... Тут... А, нет, это просто дом. Ну, классно. То есть, тут меньше игроков, чем на платном сервере, поэтому будет и проще и бои принимать, и гейм-лидером стать, и, в принципе, все сделать. Поэтому, кто имеет желание, можете, в принципе, покупать пропуск на этот сервер или попытаться его выиграть. И... Это что? Это Забдос. И, в принципе, тоже построить свой гейм и попытаться стать лидером. Так, что там писали? Дедбрид кэш стуров и розыгрыш, он зажался, ла-ла-ла-ла-ла. Кэш... Реально уже нет, нажрался всего из розыгрышей, я уже забыл как писать, из
турниров. Хватит уже, наверное. Так, ладно, ух, нифига себе, ща, ребята, мы покатаемся. А где вагонетка? Я уж, если честно, нифига себе. А, вот, как это можно забыть, где вагонетка, да? Но это же я. А, точно. Чё там писали? Опа. Покатаемся. А не, реально прикольно сделали. Только очень громко, как я понял. Вот так вроде нормально. Покатаемся. Не, ну прикольно сделал. То есть, знаете, так как прям аттракцион какой-то выйдет, потому что все такое разноцветное, зелененькое, желтое. Реально прикольно сделали. А там... О! Чё, догонялки, кэш? Фиг... Догонишь, кэш. А, попробуй. Оу, я чё-то заст... А, нет, это просто лаги. Ладно, короче, давайте быстренько... Ой. Да чё ты... Во. Уберём. Так, ладно. Ладно. Быстро на спаун. Заспавню пару покемон. Ой. Пару покемонов и пока. Давайте, ребят, быстренько на спаун пойдем. Ща быстренько кого-то заспавню, да, в принципе, можно заканчивать. То есть, это такие познавательные серии. То есть, я покемонов тоже буду прокачивать, но чуть позже, потому что, честное слово, ребят, у меня просто сейчас времени нету. Нет, кэш. Иди в пень. Ладно, ну что. Ща посмотрим. Каждый человек только... Нет, может. Может словить... Только одно покемона. Словил, гуляй. На второго даже не смотри. Ну иди, кэш. Ладно. Так, ну что? Ща кого-то заспавним быстренько. А, так, точно. Летающих... покемонов не использовать. Так, это Шани, да? Райчу. Кого бы, ребята, заспавнить? Кого мы еще не спавнили? Стартовиков. Чимчара мы спавнили. Вот кого мы не спавнили. Вообще нельзя. Мы не спавнили миллион процентов. Мы не спавнили Синдаквила. Я вообще никогда не помню, чтобы мы его спавнили. Типига спавнили, Чимчара спавнили, Чармандера спавнили. Сейчас тогда заспавним Синдаквила. Дальше. Кого мы еще не спавнили? С травяных мы... Фиг его знает. Бульбасару вроде раз спавнили. Снайви тоже спавнили. Чуртвига можно, точно. Тогда Чуртвиг, Синдаквил, а кто там еще последний? И Чикориту мы не спавнили. Чикорита, Чуртвиг, Синдаквил. А с водных, Сквиртла мы спавнили, Ашвота мы спавнили, Маткипа мы спавнили только один раз. Кто там еще есть? Пиплап. Ха! О! Все на центр. Быстро. Так, начинаем. Сюда. Давайте, в принципе, как я говорил, да, покеспаун, чуртвик, шайни, левел первый. Только не нападай. Быстро, смотрим, кто словит. Кого еще говорил? Синдаквил, да? Форевер, да? Форевер свободен. Так, все, Forever знаем, что все, он уже не может ловить. Давайте дальше. Дальше. Чуртвик Шайни. Так, покеспаун сейчас Синдаквила, да? То есть я говорил, Чуртвик, Синдаквил. И кто там еще был? И Чикорита.
Опа, а нифига себе синдакил красивый. Шани. Сейчас Чикарита, а с водного пипла поможно и Мадкипа. Кто? Никто попасть не может. Кто? Тайгер или Кэш? Кэш? Кэш и Форевер. Все. Сейчас дальше. Дальше Чикариту. Дальше Чикариту. Форевер и Кэш Кьюб, все, они уже бай-бай. Не ТП. Покес. Да твою, че я не могу написать? Ща, успокойся, Эдисон. Тихо, все. Покеспан. Вот, сейчас могу. Чикарита Шайни левел 1. Тоже красиво. Ну, хотя, в принципе, цвет какашки, но... Быстро. Кто? Вальтагер? Если попадет, конечно. Да кто? Вальтагер. Ага. Кэш, Тигр и Форевер свободны. Так, дальше. Свободные. Так, дальше. Синдапила заспавнили, Чикариту заспавнили, Чертвига заспавнили. Сейчас давайте Шайни Пипопа. Дальше. Уже все настроены в эту сторону, потому что я сначала там спавнил, потом там, потом тут. Значит, давайте опять тут где-то заспавним. Чё там? Кэш уже запрещено. Так. Давайте где-то туда. Покеспаун. Ой, давайте выше, а то сразу нападет на нас. Покеспаун. Пиплоп, да? Пиджиот. Пигнайт. Покеспаун. Пиплоп. Шайни левел 1. Опа, ну что? Это ценный должен быть. Кэш, иди в попу. Ты все, ты уже свободен. Кто? Винер. Так. Винер. Свободен. Так, Кэш, Тигр, Винер и Форевер. Свободны. Опачки-попачки. Это кто? Это Кэш летает? Да. Дальше. Ну, давайте. В принципе, этих разыграли нормально. Сейчас пару Риол. Все в центр, даже те, кто нет. Так. В принципе, Кэш, Тигр, Форевер и Винер. Ща. Потому что они тут не спавнятся. Так, ну что, давайте. Покеспаун, Риолу. Точно, я же забыл, что включили спаривание. Так, дальше. Да я понял. Да. Тогда... ну давайте Шайни. Покеспаун. Риолу. Шайни, левел 1. Я заспавнил, не заспавнил? Вот заспавнил. Побежали! Кэш в сраку иди. Это кто? Кто словит? Попадите! Она еще такая быстрая, хрен попадешь, да? Да иди ты в жопу, вот эта статуя. Я не знаю, кто попал. Походу Кирик или Голд? Кто? Я не знаю, если честно, кто. А давайте. Только тихо, ребята. Покеспаун, Поригон. Левел 1.
Быстро, быстро. Спид. Заспавнил трех поригонов. Ищите. Так. Так, ну что, ребят, давайте уже заканчивать, а то мне гости какие-то пришли. Мою бешеную собаку ко мне в комнату запустили, чтобы она там не гавкала. Люся! А то сейчас тут начнется война, гав-гав-гав. Так, быстро, быстро, давайте тогда еще одного. Люсь! Окей, спаун. Брюм-бибюм, брюм-бибюм. Кого, 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 кого? Ну давайте Артикуну, да и все. Артикуну, шайни, левел 1. Только иди ты в пупу, Артикуну, а? Опа! Кто словит? Еще так смешно. Ребят, вы нифига себе. Смешно, когда так разговаривает. Чё за... Люсь. Ребят, извиняюсь, если мою собаку слышно, но она тут скулит, визжит. Так. Что нечестно? Лол. Так, ладно, на этом заканчиваем. Сейчас. Все, всем пока. Ху, наверное, ребят, на этом действительно заканчиваем. Это кто тут? Это что такое? Ладно, на этом заканчиваем, ребята. Ставьте лайки. Я вас всех жду на этом сервере. Кто хочет, приходите. На этом заканчиваем. Ставьте лайки, подписываем. Ладно, сейчас разберемся. Все, ребят, на этом заканчиваем. Заканчиваем, ребят. Я вас всех жду на этом сервере. Кто хочет, просто зайдите через ссылочку в описании и можете купить пропуск на этот сервер. Или попробовать выиграть его в специальной теме ВКонтакте. Тоже ссылочка в описании. На этом заканчиваем. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Всем за просмотр. Всем удачи и всем пока.